Друзья, всем привет! Это канал Мастер Форум, с вами тестовая команда «Потребитель». Снова ноябрь, снова осень, снова выставка Митекс. И мы здесь снова предлагаем наш репортаж. Мы постарались обижать выставку, хотя бы какие-то ключевые стенды. Показать все невозможно, выставка на самом деле большая. Здесь значительную долю, скажем так, наверное, процентов 80 занимают китайские стенды. Вот, это интересно посмотреть, куда двинулся рынок. Но большая экспозиция – это российские бренды, есть российские производители. Здесь есть что посмотреть, так что репортаж, конечно, не заменит посещение. Но хотя бы какое-то представление мы постарались вам дать. Постарались зацепить садовку, постарались зацепить инструмент. Есть российские производители, есть сварка. В общем, то, что мы успели поймать, то, что может быть интересно. Так что смотрите, у нас будет несколько серий, постараемся и китайскую экспозицию зацепить тоже. Подписывайтесь на канал, впереди много интересного. Добрый день, дорогие друзья! Мы приглашаем вас на наш стенд Heller. Это немецкий бренд, оснастка премиум-класса для электроинструмента. Как вы знаете, мы уже много лет на рынке продвигаем этот инструмент, и в этом году заново предлагаем вам его. Сразу скажу, как таковых новинок нет, потому что все то, что мы возим, продается на ура. И, как говорится, изобретать велосипед и вводить что-то нового, мы считаем, не имеет смысла. Все то, что мы продаем, это обкатанный ассортимент, ликвидный, продаваемый, надежный. Вот. И Heller, как Германия, оснастка премиум-класса, говорит сама за себя. То есть в особой рекламе она, как говорится, не нуждается. Вот. Как-то так. То есть представлено, как и прежде, бурами. Беспыльные буры, буры SDS Max, SDS Plus, коронки, сверла по металлу, наборы, отрезные диски, биты. То есть все то, что надо для профессионала в его работе. Вот. Ну и, конечно, наши основные потребители – это корпоративные клиенты, крупные застройщики, люди, которые ценят свои руки, золотые руки, которые работают только с хорошим инструментом, естественно, с хорошей основой. Добрый день! Рады приветствовать вас на нашем стенде группы компании Valt. Группа компании Valt не участвовала в выставке Митекс со времен коронавируса, но сейчас у нас появился очень важный повод сюда вернуться. Мы представляем нашу новую торговую марку Metallica. Это оснастка для электроинструмента, которая перед вами. На сегодня ассортимент торговой марки насчитывает уже 849 SKU. Это готовое комплексное решение для продавцов оснастки, для магазинов метизов и для прочих участников рынка DIY. В ассортименте Metallica будет две линейки. Это Optima и Ultra, рассчитанные как на любителя, так и на профессионального использования. Полностью реализована программа буров, пик, зубил, долот и всего, что связано с работой перфораторами и отбойными молотками. Есть как популярные размеры, так и достаточно редкие для рынка DIY. Так называемые черепашки, абразивные круги. Довольно редкий на рынке, но очень востребованный продукт. Представлен полной линейкой для сухого и мокрого использования. Также Optima и Ultra. Линейка алмаза. Пока находится в процессе формирования, часть товарных категорий уже завершена. Это коронки, это алмазные диски, это чашки по бетону. В дальнейшем линейка будет расширена за счет дисков для бензорезов больших диаметров. Линейка твердосплавных дисков уже сформирована полностью. Это огромный ассортимент, закрывающий все потребности рынка. Как популярные диаметры, так и большие диаметры с различными посадками по различным материалам. Линейка пилок для лобзиков и сабельных пил. На сегодняшний день линейка, пожалуй, уникальная. Как по своей широте, так и по каким-то точечным позициям. Это и пилки по пеноплексу, и сабельные пилки, которые будут востребованы у мясников при разделке костей. Это и наборы. Группа компании Valt представила вам новый бренд Metallica. Он уже сформирован в широком ассортименте, и у него есть прозрачная стратегия развития на ближайшие 3 года. А в ближайших планах расширение в сторону таких товарных категорий, как биты, биметаллические коронки, наборы, наборы пилок, наборы буров и так далее. Патроны, метчики и плашки и так далее, и так далее, и так далее. То, что представлено сейчас, это лишь 50% ассортимента, который мы планируем завести. Добро пожаловать на наш стенд, с удовольствием вам все расскажем, покажем, будем рады обсудить дальнейшее сотрудничество. Меня зовут Машушин Максим,
Я генеральный директор компании Тускар. На выставке Vitex мы представляем свой бренд. На рынке мы уже с 2015 года. Производим аксессуары для садово-парковой техники. Здесь у нас представлены ножи для кошения травы. Вот. Бренд Тускар сам по себе, мы заложили в него то, что он сочетает высокое качество на уровне именитых брендов, но достаточно доступную цену. Вот. Высокий ресурс, диски делаем из твердосплава, также лопастные ножи. Диски идут от 230 до 300 мм. Триммерные головки и триммерная леска. Серии делятся, у бренда Тускар серии делятся на три категории. Стандарт, премиум, профессионал. От этого зависит ресурс и качество. Стандарт – базовый набор для любителя. Премиум – это уже, скажем так, полупрофессиональное использование. Профессионал – это для высоких интенсивных нагрузок. Здесь у нас на упаковке обозначены серии пятью точками. Это профессионал, премиум – четырьмя, и стандарт идет тремя точками. Из новинок в начале этого года мы представили моторные масла, которые перекрывают весь ассортимент, фасовки от 100 мл до 5 литров. Двухтактные, четырехтактные, для смазки шин цепи, а также в тюбиках для смазок ведомых звездочек. Также в нашем ассортименте есть аксессуары для бензопил. Это пильные цепи, направляющие шины, заточное оборудование, клепальные расклепочные станки, мобильные пилорамы. Цепи у нас по тестам проходят, могут соревноваться с самыми именитыми брендами. Уже торгуем много лет и показали себя очень высокого качества. Шины в нашем ассортименте от 8 до 42 дюймов. В этом сезоне привезли новую упаковку, которая понравится потребителю. Это пластиковая коробка, которая может долго достаточно служить потребителю для переноски и транспортировки цепей. Замок, а также и сзади крепление для того, чтобы ее можно было повесить на стену на крепление. Дорогие гости, добро пожаловать на стенд компании Тускар. Если вы успеете посетить на этом Vitex, будем рады вас видеть. А если не успеете, заходите на сайт tuskar.ru.